Спонсор астропрогноза – компания РТА Телеком. Овен. На этой неделе вы почувствуете, что дел на работе и дома становится все больше. Для того, чтобы справиться с ситуацией, потребуется радикально изменить свой режим дня и ускорить темп работы. Тщательно распланируйте свои дела, учитывая приоритеты. Телец. На этой неделе в супружеских отношениях может не хватать тепла и любви. Наиболее сложной темой недели могут стать взаимоотношения с родственниками. Выходные дни благоприятны для занятия экстремальными видами спорта и отдыха. Близнецы. Период, когда могут усилиться финансовые проблемы, однако это будет временным явлением. Проблему удастся решить, упорядочив свои расходы. В это время вы преуспеете в рациональном ведении хозяйства и повседневной работе. Рак. Одной из наиболее вероятных причин разногласий на этой неделе станут деньги, например, вопросы, касающиеся семейного бюджета. Также это удачное время для посещения развлекательных заведений, игрового клуба, театра, цирка или концертного зала. Лев. На этой неделе может ухудшиться общее самочувствие из-за ослабления иммунитета. Необходимо усилить меры профилактики и равномерно распределять свои силы. Не перенапрягайтесь на работе. На выходные дни стоит запланировать занятия спортом. Дева. У дев на этой неделе может усилиться интеллектуальная активность. Вам захочется восполнить пробелы в знаниях, что повлечет за собой интенсивные контакты с окружающими людьми. Выходные дни лучше провести в домашней обстановке. Весы. На этой неделе может увеличиться нагрузка на работе и в личной жизни. В результате придется разрываться между домом и офисом, пытаясь разрешить возникшие проблемы. В этот период не исключен рост доходов и улучшение материального положения. Скорпион. На этой неделе рекомендуется брать на себя ответственность за происходящее и проявлять инициативу в реализации своих намерений. Усилится ваша способность принимать правильные решения. Стоит проанализировать свой круг общения. Стрелец. Период, когда придется уделить особое внимание решению материальных проблем. Однако не всегда ваши желания будут соответствовать вашим финансовым возможностям. На выходных стоит заняться спортом, творчеством либо собственным хобби. Козерог. На этой неделе ваши предложения могут не найти поддержки и понимания со стороны коллег. Не переживайте, скоро все нормализуется. На выходных можно хорошо выспаться и отдохнуть, либо даже пожить пару дней в санатории или на базе отдыха. Водолей. Водолеям на этой неделе необходимо четко осознать свои цели и настроиться на их достижение. Это позволит вам мобилизовать свои физические и интеллектуальные ресурсы и добиться желаемых результатов. На выходные дни запланируйте вечеринку в компании друзей. Рыбы. Эта неделя пройдет по нестандартному сценарию. Не исключены неожиданные события, которые никак не укладываются в ваши планы. Между тем, это удачное время для путешествий и учебы. Возможно, вы познакомитесь с мудрым человеком, который многому вас научит. Выходные – подходящее время для шопинга. Здравствуйте, с вами РТА Телеком. Современный мир диктует нам высокую скорость жизни. Быстрые машины, быстрая еда, быстрые денежные переводы. Остановимся подробнее на онлайн-оплате услуг. Вам нужно оплатить за услуги интернета и телевидения. Сделать это нужно обязательно до конца месяца, чтобы не оставаться без интернета. Заходим на сайт РТА Телеком, вводим номер договора или ваш адрес, указываем ниже цифры с картинки и нажимаем «Найти». На следующей странице вы увидите данные вашего счета, QR-код для оплаты через приложение Сбербанк Онлайн, а также прочие сервисы для оплаты. Выберите подходящий именно вам. Заполняйте все данные с карты. Не бойтесь, все данные хранятся только на вашем устройстве. О, а я уже подтвердила свой платеж, пока рассказывала вам о оплате. Это проще, чем кажется.